Приветствую вас, драгоценные. Сегодня у нас началась настоящая война в Израиле. Была атакована южная граница со стороны сектора Газа. Десятки и сотни даже террористов проникли вооруженные на территорию Израиля, захватили близлежащие поселения. Пустые были военные базы, где солдаты находились сейчас в отпуске, потому что шаббат. Захватили туда тех, кто остались, там расстрелялись. Высылают в арабских медиа, рассылают друг другу по телеграм-каналу видео, где наши солдаты расстреляны, убитые прямо на Басисе, не одетые, только вскочившие с ночного сна. И сейчас объявили призыв резервистов в Израиле. Я сейчас отвожу своих детей, кто у меня служит в армию, срочно из дома, на пункты сбора. Вот такая вот ситуация. В общем, десятки убитых, сотни раненых. И обстрел ракетный идет со стороны сектора Газа. Вот такая вот ситуация. Так что молитесь.